Hasbro давно использует меньше пластика в своих коробках, топит за экологию, но коробки все еще картонные. Всем привет! С вами Говорящие Руки. Это обзор на фигурку Transformer Studio Series Deluxe Class Blur. Мой английский шикарен. Начнем с коробки. Коробка есть. Есть принты. Принты везде одинаковые, только в разных масштабах. Ну и ладно. Hasbro. Oh my. Тут же есть шикарный стенд. Ура. Юху-ху. Ладненько, пора перейти к фигурке. И тут у нас футуристическая тачка из 80-х. В 80-х было много крутых идей. Но откуда мне знать, я родился в 90-х. Фредди Меркьюри доживал свой последний год. В России шел третий этап перестройки. А Hasbro вовсю наваривалась на изумленных детишках. Об игрушках трансформеров российские тугосери могли только мечтать. При условии, что в коммуналке был телевизор, а антенна ловила шестой канал. Там после клипов мистера Скэтмана крутили нереальные мульты про роботов, которые машины, но роботы. В мультсериале Blur трансформировался в средство передвижения, напоминающее Эллен Спидер из «Звездных войнов», но с оригинальным дизайном. А если это лэндспидер, то у него нет колес. Хорошо, а как я буду брать фигурку с собой в песочницу? Альтмод очень симпатичный, если не переворачивать его вверх дном. Но оно и не нужно. Меньше смотришь под днище автомобиля, больше уверенности на дороге. То, что я держу в руках, смело можно назвать фигуркой из мультсериала или фильма 86 года, как заявлено на коробке. Кабина не просто покрашена, а отлита из прозрачного пластика, под которым имеется детализация, что радует глаз. И не один, а оба два. Из аксессуаров тут бластер и какой-то паяльник. Хорошо, что они тут есть, детализация присутствует. Над этим трудились дизайнеры, спасибо им. Пару фигурок, чтобы сравнить размеры. Зачем это делают обзорщики? Ну, типа, чтобы похвастаться наличием обширной коллекции. А у меня есть, что сравнить. Щенячий патруль Рокки. Поставлю пару делюксов из рандомных серий. Теперь, когда вы знаете, что у меня есть некое количество фигурок по теме, перейдем к трансформации, и она интуитивная. Поэтому не буду заставлять вас слушать о том, как одна панель отодвигается и крепится к другой. А вот и он, робомод Блера. И это не дурная фигурка. Лицо не такое всратое, как у Капа, хотя об этом позже. Затылок из прозрачно-темно-синего пластика.
Мне нравится, как это выглядит. Глаза на свету светятся. А когда глаза светятся, это всегда круто. Покраски минимум, и здесь это смотрится хорошо. Отдельные части фигурки отлиты из пластика с нужным цветом, и вся эта композиция выглядит здорово. Но не все так радужно. Руки пустые, в ногах дыры, и эти гигантские части альтмода на руках огорчают. Они не просто тут есть, как кибл. Эти панели плохо крепятся и постоянно болтаются, как бубенцы голодного быка. Артикуляция. Голова немного наклоняется вперед, назад, крутится в стороны, руки на трещотках, вращаются на 360. Кроме того, Blur может расправить крылья и пацанской походкой носить арбузы. В локте поворот на 360, сгиб на 90, кисти можно покрутить, но это особенность трансформации. Кулачками будут крутиться эти стрёмные панели. В торсе есть поворот. Ноги можно задирать как угодно. В стороны, вперед, назад. Ляжки крутятся. Колени сгибаются на 90. Ступни ходят влево, вправо и вперед. Пару делюксов для сравнения. А точнее, чтобы вы видели, что я зажиточный вельможа. Подведем итоги. В общем и целом, фигурка хороша. Но хастаг снова дает нам темы для обсуждения. Как, например, зачем роботу накачанные губы? Он же не стример со Твича. Пустоты в руках и ногах. Кибл на предплечьях. Это компромиссы, чтобы сделать доступный продукт. Но если честно, я был бы готов переплатить пару сотен рублей за более продуманную фигурку. Настоятельно не рекомендую носить данную игрушку корешам в песочницу. Покатать ее не получится. Поэтому лучше подберите себе что-то из шедевральной линейки Combiner Wars и играйте на здоровье. Мне фигурка зашла, несмотря на ее минусы. На полке будет хорошо смотреться в какой-нибудь позе. Эти подвижности позволяют. А что, на ваш взгляд, можно было улучшить в этом молде? Пишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте мне нравится. Жмите на колокольчики. И не стесняйтесь играть в хорошие игрушки.